Меня приглашают в медиасеть, правда ли, что будет больше заработок с канала после подключения? Помните, мы говорили о том, что надо все всегда анализировать. Проверяйте. Если вас приглашают в большую медиасеть, просто попросите контакты тех видеоблогеров, которые там уже есть, желательно рукодельных. И без участия медиасети свяжитесь с этими видеоблогерами и спросите, как у них дела. И если вам там уверят, скажут, что типа, ох, ты знаешь, попала сюда, и я раньше на AdSense зарабатывала $200, а с этой медиасетью зарабатывает 250, 300 там или 500, то в принципе идите. А если нет, то, ну, сходите, проверите, расскажете. Я не сторонник такого принципа, ну, потому что там у вас, ну, давайте так, я знаю, как тяжело достаются деньги рукодельницам. И я знаю, как они негативно относятся к тому, чтобы еще там половину своего дохода отдавать кому-то за просто, ну, я против. Попробуйте, узнайте, расскажите.